Ангарский «Ермак» провел выездную встречу в Тюмени с местной командой «Рубин». Это одни из лидеров текущего сезона высшей хоккейной лиги. Подвинуть тюменцев с 4-го места турнирной таблицы оранжевым не удалось. Однако, как пишут болельщики, борьба получилась поистине зрелищной. Первые два периода не принесли ангарчанам ни одного удачного броска. Нападающий Владислав Туник чуть было не получил травму от игрока «Рубина», но не остался в долгу. В следующем периоде Туник забросил в ворота хозяев «Лакрос» гол. Продолжится ли тенденция, кажется ли, на 100%, боже мой, «Лакрос» гол! «Лакрос» гол сейчас! Красота какая здесь, конечно, ликует тренерский штаб «Ермака». Вот это да, Туник выдал, конечно. Тем не менее, сравнять счет не получилось. Итог игры 3-2 в пользу команды «Рубин».